российских конкурсов Наталью Колычеву и участников артистов Большого театра Александру Репчанскую, скрипка. Аплодисменты. Максим Золотаренко, виолончель. И продолжаем музыкальную вечер. Мы хотим сыграть Шуберта, трио, бемоль мажорно, первую и вторую часть. Но я думаю, что многие из вас знают, что Шуберт был истинным романтиком. Я единственное пару слов могу сказать, что очень бравурная и оптимистичная первая часть сочетается с очень романтическо-грустной второй части. И мне кажется, что даже вторая часть может быть драматично, трагически, кто как услышит. Итак, Шуберт, трио, мимоль мажор, первая и вторая часть.